Новогодние традиции. В третьей городской больнице в творческом порыве встретились медики. За лучшей инсценировкой песни наблюдала Елена Петрова. Хорошие матроски, на тебя молоко. И в холодильник ставить не надо. Вместо белых халатов – костюмы известных персонажей кино и мультфильмов. Особое предпочтение звездам российской эстрады. В роли Верки Сердючки на импровизированной сцене выступает массажист Андрей Иванов. В преддверии праздника хочется всех поздравить с наступающим Новым годом, годом собаки. Новогоднее настроение хорошо создает атмосферу для выздоровления. Проводить старый год нужно дружно, весело, на кураже, уверены медики. Творческие конкурсы в больнице проводят с завидным постоянством. Предыдущие года у нас проводились конкурсы на лучшего Деда Мороза, самую красивую Снегурочку, лучшую новогоднюю сказку. И вот, например, сейчас мы дошли до новогодней песни. Среди 5 участников сегодняшнего конкурса уже есть победители. 2 первых места присудить и 3 вторых. И при этом выделяются хорошие денежные премии. Победителями стали первые места поликлиника номер 1 и урологическое отделение. Второе место в конкурсе лучшей инсценировки новогодней песни поделили поликлиника номер 2, Борисоглебское структурное подразделение и Муромское неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Зимой и летом стройная, зеленая была. Елена Петрова, Олег Сиротинский, новости Муром.